Аромат блюд из печи манит и погружает в особую атмосферу. Свежеприготовленную пиццу любят все – и дети, и взрослые. Приготовить это сокровище итальянской кухни попробовали юные химчане. Кулинарный мастер-класс провели в пиццерии социального предпринимателя Марины Эйслер. Мероприятие организовали для детей с ограниченными возможностями здоровья. Смотрите, ручки вот так держим и нажимаем на тесто. Раз, два и три. Видите, как расширяется? И повторяем. Марина Эйслер не первый год занимается благотворительностью и регулярно проводит подобные мастер-классы. Мастер-класс в нашей пиццерии проводит шеф-повар из Италии Александро, и он как бы объясняет детям, как правильно приготовить итальянскую пиццу. И я сама являюсь многодетной мамой и знаю, как воспитывать сложных детей порой бывает, и поэтому хочется внести им хорошее настроение, праздник. Вместе с ребятами тонкости приготовления идеальной пиццы изучала муниципальный депутат Юлия Мамай. Это не разовая акция. Ребят приходят к Марине Александровне ежемесячно. И сегодня, в предновогодние дни, здесь особенно уютно и приятно. В меню мастер-класса пепперони, пицца с ветчиной и грибами, а также другие популярные вкусы. Участники остались довольны. Мне очень тут понравилось. И я сама делала эту пиццу. Очень вкусно получилось, правда, много грибов добавила. Участники мастер-класса отметили, готовить пиццу дружной компанией – событие увлекательное. Благотворительные мастер-классы проводят в Химках регулярно. Организаторы таких мероприятий уверены – совместное творчество открывает возможности. Кто-то найдет занятие по душе, кто-то заведет новых друзей. Елена Тараненко, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.